Привет, привет, мои дорогие. Ну что, ребят, надо перчику хоть замариновать. Что такое? Состояние, не, а не состояние. Перец из дачи. Вот я тут 5 перчиков. Фарш у меня самокат говяжий. Забыла приготовить. Ну ладно, приготовим. И вот одну туда я брошу в кастрюлю. Луковку, да? Вот что-то. Наташа. Мелко крошим лучок. Ну что приготовить, когда лень готовить? Ну что, перец, вот. Кстати, тут вон сейчас Аня смотрела. Магнитик, кабачки 50 рублей. Прям мелко покрошу, мелко. Блин, ну Наташа. Это ж только Наташа такой. Ладно, я покрошу. Мелко-мелко крошим. Лук. Можно, кто хочет экстриму, потрите на терке. Ну, все знают, это я уж как так делаю. Кстати, я сейчас чайник, не скипятила чайник, чтобы залить сразу перцы. У меня тоже кастрюля-рецептор. Ну, такая она суповая. Я прям там буду варить. Там. Поставишь и забыла, пусть варится сами. Риску промыть. Я думаю, я сейчас пока сготовлю и буду делать распаковку. Но я еще не разбирала, что прислал мне. Ну, что заказы на Эрифлейм. И буду разбираться. Что целый день толкусь, а нифига. Ничего не сделаю. Добавлю яичко. Яичко, яйцо. Да. Да, луку много. Я прям в этой шурану. Сейчас я еще рис промою. Забыла. Нет, наверное, надо будет другую чашку брать. Лучку-то. Я не жалею, чтобы было сочно. Вкусно. Повыше. В общем, у меня остались вот эти жопки, я тоже сейчас в кастрюлю, еще морковку начистить. Значит, рис я уже сразу, ну, чтобы не терять время, промыла, поперчить, посолить. Где-то чайная ложка, да. И все останется перемешать. Рис я на глаз, все на глаз, как всегда. Не знаю, если не хватит, мне еще перец остался. Вот я что-то... Все говорят, что надо в салаты... Ну, в салаты перец добавлять. Кстати, нет, я один перец оставлю. Можно сделать, знаете что? Удон с курицей. Там перец нужен. Помидоры, в общем, морковь. Сегодня перца, а потом, может быть, ну, лапша или можно... Я спагетти могу сварить спокойно. Тоже очень вкусно. И соевый соус. Ой, этот. И соус у меня как раз к нему есть. В общем, перемешиваем все как следует. Я встану. Ну, вроде перемешала. И начиняю перчики. Главное попасть туда в нос. Если останется мясо. Тут рис. Рис здесь, если останется, ну, фарш, вернее, не мясо. Я прям как ежики могу кинуть. Потому что тут, ну, что тут умудряться-то? Пшш! И я сразу вот в кастрюлю кладу. Блин, я все вам никогда не забываю сказать. У меня воды уже нет вторую неделю, что ли? Не. Ну да, завтра будет вторая неделя. 6-го отключили холодную, горячую воду. Ничего хорошего нету. Каждое утро и вечер, и днем кастрюльки. А можно это еще... У меня капуста, по-моему, еще осталась. Можно и голубец сделать, кидать. Ну, посмотрю я. 5 перцев. Ну, их что, сейчас съешь, завтра поешь. И больше-то не захочется. А делаются-то они легко и быстро. Опять что-то похолодало.
Ой, на работе. Ой, столько работы, столько работы. Уже конца месяца боюсь. Слушай, я сейчас такая правда. Сначала как позлилась, а потом ничего. Короткие видео выпускаю на своем основном канале. Но это переделанные, в общем. Я записываю мукбанги и переделываю. И Дзен их хорошо как бы рекомендует, и такие видео. Потому что сделаны прям в студии Дзена. И, слушай, и там лезут, конечно, любители правильной, ну, хорошей жизни. Ну, правильные, вернее, они все богатые, они все знаменитые. Они все дохрена зарабатывают, там жрут. И мне вот это... Я сначала такая думаю, блин, а точно, я думаю, что вы не обидитесь на меня, если я на эти короткие видео буду отключать комментарии. А чего бы нет-то? Вот я как бы это, все знают все, вот прям вот все знающие. И зубы-то у меня, да у меня вообще вставные они. Да, вернее это, как называется-то, присоски. Ну и все, вот у меня даже остался, блин, что делать с фаршем-то, у меня один. Ну одного перца мне хватит, сейчас я еще намолю. Вот последний перчик. Ну, остальное ежиками. Что тут? Не буду. Не хочу я. Мне уже лень морковь чистить. Что ты, говорю, целый день шарохаешься. Никак. Главное, я все проверяю, есть ли мясо внутри. Такой. Есть. Рис-то еще раз бухнет. В общем, чайник я включила. Сейчас залью. И прям вот маленькие ежики сделаю. Кошком. Так, я не добавляю в этот вообще ничего, кроме посолить. Ну, можно перчику добавить, аккуратненько вот кладу. И ни майонеза, ни соус. Я люблю так, у меня есть сметанка, пожрём со сметанкой потом. Ой, как будет вкусно. Вот такая у меня кастрюлька получается. Сейчас аккуратно заливаю из чайника водой и включаю огонь. У меня там ёжики, главное, чтобы на ёжики вода не попала. И пусть покрывается. Усю. Включаю медленный огонь. Солю, закрываю крышкой. И оно само варится, жарится, парится, потому что это цикл. Даже следить не надо. Все само сварится. Там лук есть. Ну, можно, не хочу морковь чистить, мне уже лень. Лук есть, перчик я тоже так накидала. Сейчас добавлю такого перчика. Что-нибудь какой-нибудь. Лаврушечки. Ха-ха-ха, моя лаврушечка. Перчику добавлю. Я сегодня хотела в чижике, кстати, посмотреть, кубик какой-нибудь куриный. Нифига нет, что-то. А уже в пятерочку я не пошла. Думаю, ну что, надо это. В общем, на завтра, на сегодня у меня есть что пожрать. Перцы готовятся, увидим на мукбанге, закрыть крышкой и на медленный огонь все. И забыть про них, пока не сготовится. И пожрем. Я приглашаю вас на мой канал, где я жру. А тут что, как приготовить, легко приготовить. Может, кто-то забыл. И скажут, о, я тоже хочу перцев. Так что увидимся. Не переключайтесь. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки. Ваша Наташа.